студента третьего курса, вот это все, вот эта вся тусовка, это просто нереальный опыт, это очень крутые знакомства. И то есть я не знаю, вы все очень крутые, команда инкубатора крутая, а менторы просто разложили мне все по полочкам, потому что раньше, ну, стартап, ну, экоизми, ну, блин, я не понимал, как оно может функционировать, как оно вообще создает. Я не понимал этого. А сейчас, то есть, это все раскладено по полочкам, то есть, и появилось какое-то целостное понимание вот этих всех штук. И какое-то вдохновение на там, будущие свершения. Сейчас ты смог бы тебя быть ментором для других команд? Ну, не ментором, но... Но студентом третьего курса.